Вот, только что воткнул новый патрон. Аж видно, как идет. Новый шприц Вурс. Забил патрон, сейчас он уже кончился. Закрутил на место. Начал качать. Начало выходить масло, откуда, солидол откуда-то отсюда. И вот прямо один раз даванешь, больше идет отсюда, по резьбе где-то, чем с наконечника. Хорошо, ладно, прокачал кое-как основные пальцы, опять эту голову закрутил. Ну сколько я выкачал? Ну четверть, ну треть. Нет, четверть, я думаю, выдавил. Положил его в кулек, туда, в этот ящик, бардачок, вытаскиваю, елки-палки. Сейчас я вытащил оттуда солидол. Половина вот так вот, размерами с кулак солидола выдавила. Просто лежал там. Ничего с ним не происходило. Солидол выдавливается сам. И вот я смотрю, я не знаю, приезжал тут специалист, с этого не верил, что не может быть, чтобы это... Я не хочу грешить на эти шприцы. Вурс все-таки солидная фирма. Но тем не менее, я не знаю, вот эти вот щели, их тут три штуки по кругу. Раз, два, и вот, или четыре даже штуки. Как будто резьба не целое кольцо, а из четырех, или из трех, или из четырех частей. Из четырех, по-моему. И мне кажется, с одного давит. Но я не знаю. Он обещал привезти, если что, новый, поменять. Потом уже посмотрим. Потому что я подумал, может быть, прокладки нету. Нет, открыл, смотрю, прокладка на месте. Если только она там не двойная. Вот такие вот дела. Совершенно новый. Вот сейчас буду ставить только второй патрон вовнутрь. Он еще толком не поработал. Один патрон только я выдавил из него. И то где-то, ну где-то четверть, ну не четверть, но может быть меньше четверти. Насчет кулака я преувеличил. Меньше четверти, но все равно много. Просто так, в лежачем положении шприц лежит. Из него выходит там какое-то давление, что ли. Или надо каждый раз, ну как, там давление, конечно, есть. Давит сама это... Сам этот клапан, может быть, каждый раз, когда его хранить так, надо вытаскивать этот шток, чтобы убрать давление. Ну нафиг это нужно, это ж не левак какой-то. Хотя черт его знает, может и эти уже инструменты бодяжат. Короче, все ясно. Один пропускал этот старый, который первый купили, сейчас он пустой. Приходилось постоянно обматывать его, чтобы не пачкать ящик сам. И вот потом привезли новый, все равно вытащил все, ну, короче, из-под этой резьбы идет два вурсовских шприца, абсолютно новые, пропускают. Один раз, значит, этот старый, я забил патрон, и весь патрон не пропустило ни разу, то есть то ли... Как-то, не знаю, или неправильно как-то я закручиваю, или черт, ну как можно неправильно закрутить? Резьба целая, резьба все правильно. Или оставлять его без давления, вытаскивать эту постоянно. Ну, елки-палки, вурсовский шприц. Сколько раз пользовались, разных работы были, разные работодатели. Никогда такого не было. Попробуй этот, что шел с трактором, картерпиллером этим. Посмотрим. Этот какой-то простой Ямото. Попробуем его.